Славянские представители малого и среднего бизнеса не только вносят свой весомый вклад в экономику муниципалитета, но и активно участвуют в благоустройстве. Мы побывали в Северном парке, где состоялась закладка аллеи предпринимателей. Северный парк, который стал после реконструкции излюбленным местом отдыха славянцев, продолжает свое развитие. Осень – отличное время для его озеленения. Саженцы хорошо примутся и уже весной будут радовать жителей свежей зеленью. Славянские предприниматели решили поучаствовать в благоустройстве парка. Их поддержали городские и районные власти. Был построен этот парк, но, как говорится, каждый вносит лепту в благоустройство своего родного района, края, своей малой родины. Вот сегодня я хотел бы от имени главы администрации нашего района Романа Ивановича Синеговского, от имени совета района поблагодарить вас за вашу такую ответственную, за активную жизненную позицию. Председатель совета Славянского района поблагодарил участников этой прекрасной акции за неравнодушие и пожелал им всяческих успехов. Идея создать аллею предпринимателей появилась несколько лет назад и окрепла с преображением парка. Конечно, деятельная инициатива представителей бизнеса не осталась без внимания. И мы все это время продумывали, как это все будет выглядеть, все-таки как она будет называться, наша аллея, будет ли она аллеей, либо будет называться как-то иначе. Мы прошагали этот парк вдоль и поперек. Мы выбрали, ну, если заметили, самую широкую, наверное, дорожку в Северном парке. Благодаря вашей поддержке мы сегодня находимся здесь и буквально уже через пару минут приступим к закладке этой аллеи. Поэтому хотел бы поблагодарить в первую очередь всех вас, коллеги, за то, что откликнулись и приняли участие в этой акции. Надо было видеть, как бережно участники акции высаживали саженцы красного клена. В первые годы жизни это деревце растет очень быстро. Его листья красивы в любое время года. Летом они ярко-зеленые, а осенью приобретают желто-красные оттенки. В этот день 20 деревьев украсили аллею. Хотелось вот сплотить вот как бы наших предпринимателей, нашего района и города. И спасибо властям, что они нам предоставили такую возможность в этом замечательном парке, выделили нам место для создания такой прекрасной аллеи. Наши предприниматели, они молодцы, они вот откликнулись на вот эту акцию, на эту идею. Вы же видите, что вот они не только финансово поучаствовали, но и физически пришли здесь вместе, мы сделали высадку этих деревьев. Я считаю, это прекрасная возможность сплотить наших предпринимателей. Это не в каждом городе, не в каждом районе есть такая аллея. Для славянских предпринимателей, активных и неравнодушных людей, участвовать в закладке аллеи было очень почетно и приятно. Хочется, чтобы эти деревья выросли и память осталась нам, нашим потомкам. Вложили частичку в этот Северный парк. И эта благотворительность, которая создана нами, в счет благотворительности города. И я думаю, что наша аллея будет очень красивой в Северном парке. И каждое дерево – это дерево индивидуального предпринимателя или организации Славянского района. И вот состоялось романтичное завершение акции. Воздушные шары устремились в осеннее небо. Аллея уже обустроена. Есть лавочки для отдыха. Отсюда открывается живописный вид на озеро. Да и окружающий Северный парк становится все краше. Новая парковая зеленая зона будет радовать жителей и гостей города. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».